решила лиса зайчика выгнать из его медленно избы. Да и выгнала. Первое предложение я прочитал. Давай, теперь твоя очередь. Папа, ты должен медленно читать. Хорошо, давай. Ты теперь. Ты медленно должен был читать еще раз. Я не могу медленно. Я же взрослый. Ты умеешь. Ну давай. Решила лиса зайчика выгнать из его избы. Да и выгнала. Ну? Теперь ваша очередь. Решила. Правильно. Лиса. Дальше. Выгнать. Неправильно. Читаем, давай. Решила. Лиса. Правильно. За. Са. Зайчика, вообще-то. Зайчика. Выгнать из ее избы, да и выгнала. Запомнили вы замечательно. А теперь читаем. Я уже прочитала. Следующее предложение читай тогда. Сначала ты, помнишь? Хорошо. Сел бездомный зайчик на пенек и заплакал горючими слезами. Давай. Сел. Это не там. Ниже чуть-чуть. Вот здесь вот. Я тебе подскажу. Здесь. Да. Что написано? Вот здесь что написано? Сел. 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 Дальше. За. Где за? Читай, первая буква какая? Давай, читай. Бед. Бед. Ну. Я. Какой? Бедный. Сел бедный. Тут сел читай. Сел бедный. За. Е. Е. С. Чик. Чик. На. На. Пе. Пе. Нё. К. На пенёк. На пенёк. К. И. И. Вот, и. И. Дальше. Дальше ты. Читай. Я уже прочитал это. За. Пла. Пла. Ка. Л. Ну, вместе слово как? Плачет. Заплакал. Заплакал. Так ты считай, а не придумывай. Теперь ты. Теперь я? Угу. Так. Походила мимо собака. Что ты, зайка, плачешь? И как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная, попросила она меня погреться, да меня же из моего дома и выгнала. Не плачь, я ее прогоню. Пошли они к избушке. Тяв-тяв, пойди, лиса, вон. Я уже вот здесь читаю, вообще-то. Вообще-то неправильно. Ну, давай ты тогда тут читай. Вообще-то, ты мне должен был дать сюда сначала дойти. Я это прочитал уже, давай ты теперь читай. Как ты читаешь? Давай. Еще раз прочитай. Ты неправильно прочитал. Проходила мимо собака. Давай, читай. При. Про. Про. Хо. Ди. Ла. Приходила. Проходила. Проходила. Ми. Ми. Ми.
Мимо. Ми? Мимо. Мимо? Проходила лиса мимо. Мимо кто проходила мимо? Со. Ба. Ка. Кто мимо проходила? Суровая бака. Кто? Суровая бака. Собака. Суровая бака. Говори всем пока-пока. Читатель из тебя никакой.